Сегодня выехал рано, решил новое место разведать. Шел по темну, вообще ничего не видно было. Можно сказать, по внутреннему компасу. Пока долбил, еще темно было, не снимал. Сейчас вот поставил два подпуска. Вот машу одну на сега. И здесь вот поставил виба на щуку. Так, течение вроде неплохое. Ровное. И глубина метра два, наверное. Ну, то есть все располагает к наличию рыбы. Погодка сегодня. Ой, вообще красота. Ветра нет. Снежок легкий. Отдыхаю. Сейчас, если еще рыба будет клевать, то это будет вообще замечательно. Место новое. Не знаю, угадал, не угадал. Сложно в первый раз всегда сориентироваться на местности. Так, вроде по глубине и по течению все хорошо. По наличию рыбы пока вопрос. Посижу с часик, посмотрю, если не будет ничего, поменяю место. Твою мать, оторвала поводок. Да ё-моё, чё за херня, щука что ли? Блин, ты смотри, что творится. Так вот, сидишь на сега, а тут щуки, блин, лазят. Вот же сегу, точнее щучек. Приманка. Вот здесь. Нет. Надо на поводок. Скорее всего, щука. Уж больно резко потянула и оторвала. Хотя здесь всякая рыба бывает. И ленок, и таймень. Сомневаюсь, что на нарезку таймень позарился. Щука. Вторую рыбалку уже отрывает. На прошлой рыбалке сеговку откусила. На этой поводок. Ну, есть рыба, значит. Пуска только молчат. Хоп, хоп, хоп. Есть? Что-то есть? Как дергается. Опа! Ой, опять чебак. Да что ж такое-то? Я-то думал, что-то получше будет. А этот чебак оказался. Угу. Опять нарезка.
Ну, раз есть чебак, должен быть и сик. Так, надо поменять нарезочку. Это вот, кстати, малек сига чистил. И вот у него нашел вот такого малька. Взял на всякий случай. Ой ты, клюнула. Причем клюнула, у меня тут, не знаю, не оторвало случайно. Там этот у меня стоит. Как его зовут-то? Твистер. Мистер Твистер, ну-ка. Нет. А чё-то? Дернула на него. Ну-ка, давай еще раз. Ну-ка, сейчас попробуем. Может, до этого зарядить краба. Сейчас попробую. Щука, скорее всего. Потом еще мог позариться на такую приманку. Ну, не накололось, ничего. Может, сейчас еще объявится. Okay. Так. Добрый. Как успехи? Практически никак. Чебака на подпуск поймалась. А там что? Ну, там на резинку, блядь, щуку таких вот таскают. Здорово. Ну это ниже, где загородка? Вон, вот он, оранжевый стоит. А, ну далеко там. Угу. Ну, значит, есть там щука? Ну, а вы пробовали? Ну я-то на эти, на махалке посидел. Там еще один на махалке сидит. Одну щучку вытащил и все. Ну, тут течение, я не знаю. Там как... тоже я чудачий отошел, там течение. Я краба спускаю, он меня туда уходит. Вот тут вот, вон, утаскивает. Я вон там еще пробовал, вон там типа остров. А-а-а. Там еще сильнее дует. А там же вот выход идет. Ну вот туда он. В ту сторону утягивает. Там какая-то яма, там такой перепад. Ну хорошее вроде место. Устал там бить. Там что-то. Штук 5, наверное, пробил. То глубина там непонятная какая-то. Прям вообще не даст. Метра чуть ли не 4-5. А он там еще? С течением. Я туда ходил. Тоже посидел там с часов. Вообще ничего. А, сейчас под берегом попробую. Там не пробовали? Не. Там вроде коряжник, может, чего будет. А на краба, на обычного белого, да? Ну да, такой с красной головой. Я уже и на краба тут, и на ратлина тут, на всякую ерунду. Как говорят, падает снежок, ловится сижок. О. Опа. И есть. Ловится щука. Есть.
есть все-таки маленько. О, что-то хорошее. Сижок, наверное, хороший. Прям дергается так. Ой, щука, елки-палки. Вот это да. Я думал, сик. Эх ты. Короче, нет здесь сигов. Сигов здесь нет. Эх. Сигов здесь и нет. Да ладно, уплывай. Да. Однако. Ну и щука. Эх, забыл желание загадать. Все, готов идти в обратный путь, а то будет слишком жарко.